Добрый день. Главный Курск. Сегодня день города. А я нахожусь на территории Первомайского парка. Курск против. Немножко покажу улицу Ленина, Красную площадь. Это Шестерка. Это Знаменский собор. Здесь праздничная торговля, очень много людей. А вот там вдали идут бои средневековые. А вот такой памятник Александру Невскому, работы скульптора, он, кстати, курянин, Анатолия Клыкова. Ну, почему такое вот украшение у памятника, вот это я не знаю, это уже... Может быть, объяснят дизайнеры, почему они увидели, что так будет красиво. Ну, дальше мы идем. Что сегодня там? Ходит милиция. Здесь не могу сказать, что очень много, но они есть. Но, тем не менее, учитывается падение. Ну, конечно, жалко, что... Что такой парк, это старинный парк, это был общественный сад, где его обустроили в 18 веке. Потом он был детским парком, потом первомайским. По своему опыту, знанию, когда мимо проходят после боя... устанавливались скульптуры наших вождей. Бойцы, и они убирались потом. Приглашаются на стрельбище часов Левкин Гвоздев. Готовятся от того, Савин Кананыхин у власти. Но сейчас весь парк находится в стадии реконструкции. Вот такая вот бесподобная клумба. Что она из себя представляет? Не знаю, кто бы объяснил. Ну, что-то такое. Вот это памятник. Я сейчас читаю. Памятник герою Советского Союза Боровых. Очередной раунд. Андрею Курск. Егоровичу. Вот подсказывает однокурнику идти на сближение, и как, если кто-то меня не расслышал, я выразился, как бы сказали в среде мумадов, это Фулкантак, конечно, Фулкантак прямом его проявлении здесь не используется, но своего рода, опять же, борцовские приемы здесь могут учитывать. Валить соперника ногами мост, называется. Уважаемые участники номинации «Щит и меч СО», мальчик 10-11 лет. После завершения номинации «Щит, меч, СО», мальчики и девочки 8-9 лет, состоятся ваши бои. Будьте готовы, пожалуйста, на этих воротах к началу боев и полностью оденьте защиту. Такие вот таблички. А вот там проходит... Бои. Итак, город Москва. Представитель из города Москвы, столичный боец одержал. На ристалище приглашаются Ильющенко, Медведев. Сейчас здесь будет... Мы приветствуем следующую пару соперников. И давайте все-таки поприветствуем теми, у кого есть ручки. И мы посмотрим. Хотя бы небольшими аплодисментами. Сегодня праздник. Сегодня наш с вами праздник. Сегодня праздник спорта. Праздник показывают истории. Холодное оружие. Скажите, а что это такое? А? Боевой кулак. А, понятно. Это вот такое платье. Старинное. А тут написано «Школа». Как в любом контактном виде спорта, здесь есть определенные тактики, определенные приемы. И тренеры всячески пытаются подсказать бойцам. Пока еще не доверили.
Здесь, кстати, всякие разные палатки, где они собираются, одеваются. То, о чем я неоднократно говорил, все оружие коммунизируется. Того, вот эти мощные удары не наносили серьезных травм в травмоопасном виде спорта, как исторический средневековый бой. Я жду своего внука.